Дорогие друзья, сегодня мы с вами в 26-й раз встречаемся в нашем клубе, музыкальном клубе «Вдохновение». Ну, я хочу вас прежде всего поздравить всех не только с открытием нашего сезона, но и с прошедшим недавно традиционным Днем музыки. Вы все знаете, что это день 1 октября. Звуки, которые вы только что слышали, принадлежат перу замечательного русского композитора Ренгольда Морицевича Глиера. Это музыка. И посвящена она городу, всеми нами любимому городу, Петербургу, Ленинграду. Эта музыка красной нитью проходит через творчество Глиера
через его замечательный балет «Медный всадник». Каждый, кто приезжал в Ленинград, современный Ленинград, подъезжая к городу, слышит эти замечательные звуки. Это как бы облик этого города, музыкальный облик его. Перу Глиера принадлежат очень много произведений разных жанров, но наиболее известный вот этот гимн великому городу, Петербургу, Ленинграду. Невозможно себе представить облик города без этой музыки. Невозможно себе представить и облик современного Ленинграда, современного Петербурга, без такого имени, как Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Его именем названа сейчас филармония в Ленинграде. Его именем звучит каждая улица Ленинграда, потому как именно в блокадном Ленинграде Дмитрий Дмитриевич Шостакович создает свое уникальное произведение, обогатившее не только фонд русской музыки, золотой фонд русской музыки, но и мировой музыкальной культуры. Я имею в виду, конечно же, Ленинградскую седьмую симфонию, написанную в годы блокады Ленинграда. И, наверное, мы все слышим не раз звуки его музыки. Наверное, и правильное высказывание было бы вспомнить сейчас другого замечательного художника, музыковеда, историка искусства, имя которого с гордостью произносят ленинградцы и теперь петербуржцы, имя Ивана Ивановича Салертинского, который находился в тесной дружбе с музыкантами Ленинграда, который освещал совершенно по-иному все то, что происходило в музыкальной культуре Ленинграда. И, находясь в человеческой дружбе с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, он очень, мне кажется, замечательно сказал о том, что Дмитрий Дмитриевич Шостакович – трагическая личность XX века, гениальный поэт, трагический поэт эпохи XX века, эпохи отечественной культуры. Иван Иванович Салертинский поражал обширнейшими знаниями своих современников, коллег. Он знал 14 языков в совершенстве. Он владел пером, был автором 250 статей и рецензий о культуре города. Это как бы летописец Ленинграда, даже как его культурной жизни. А Шостакович – летописец Петербурга, русской жизни этого города, летописец эпохи нашей XX века. Удивительное вот это содружество двух личностей, таких личностей, которым гордится сейчас Ленинград, Петербург, Салертинский, Шостакович. И вот мне очень хотелось бы вспомнить некоторые страницы музыки Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Я сейчас вам сыграю несколько прелюдий из цикла «24 прелюдии для фортепиано», созданные в середине, так сказать, вот, периода творческого Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, это 33-й опус. И вот эти прелюдии, вслушайтесь в них, поражают совершенно удивительным отношением художника, композитора к роялю. Мы ведь знаем, Лист говорил, что рояль все может. Это уникальный инструмент, на нем можно и любой инструмент выразить, изобразить тембр любого инструмента, действительно. Но вот в своих прелюдиях Шостакович, кроме внутреннего, глубочайшего смысла и содержания, он еще подчеркивает возможности этого инструмента, тембровые возможности этого инструмента. Вот слушайте, это фактически звучит оркестр с его богатством красок,
с его необыкновенной мощью, размахом. Вот эти скромные маленькие прелюдии, порой на две странички, они, каждый из них раскрывает одну из основных черт музыки Шостаковича, а именно доверительность, необыкновенное интонационное богатство, ритмическое богатство этой музыки. То есть это пульс как бы эпохи нашего 20 века, эта музыка. Вот мне хотелось бы, чтобы вы вслушались в это замечательное творение Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Thank you.
Об этом художнике много можно говорить, рассказывать, но я думаю, что каждый из вас попытается вчитаться в творчество, в звуки его музыки, полюбить ее. А ведь правильно говорил Шостакович, для того, чтобы полюбить музыку, надо ее постоянно слушать. И музыка развивается, как человеческий дух постоянно растет и развивается. Это абсолютно точно он подметил. Более того, я сейчас вспомнила высказывание Листа, который сказал, что, наверное, если музыка исчезнет, оскудеет, то, значит, так обнищало общество, что ему уже не требуется этого. Я надеюсь, что у нас это не случится с нами, и будем всячески развивать наш дух и нашу любовь к музыке. Но вот сейчас мы с вами продолжим путешествие по музыкальному Петербургу. Если мы сейчас говорили о том, что современный Ленинград, современный Петербург, мы вспомнили такие личности, как Дмитрий Дмитриевич Шостакович, как Иван Иванович Сувертинский, да можно вспомнить Вадима Николаевича Салманова. Да, тут очень много замечательных композиторов, современных, ленинградских, мы можем вспомнить с вами. Но я все-таки хотела бы, чтобы мы перевернули страницу и оказались в веке золотом для музыки, литературы, культуры, чтобы мы оказались в 19 веке. И вот сейчас мы перевернем эту страничку и с героями, литературными героями Александра Сергеевича Пушкина пройдемся по Петербургу. Ну что ж, совершим это маленькое путешествие, и нам поможет в этом артист Андрей Гетман. Просим. Психолог души исполненный полет и взор
унылый не найдет знакомых лиц на сцене скучно, и, устремив на чуждый свет, разочарованного рнет, веселье зрителей равнодушный, безмолвно буду изевать и облоком воспринимать. Театр уж полон, ложи блещут, портеры, кресла, все кипит. В райке нетерпеливо плещет, и взвивший занавес шумит. Пристательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена, стоит Истомина. Она ногой, касаясь пола, другую медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Иола, то стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Все хлопает. Онегин входит, идет меж кресел по ногам, двойной лорнет, скосясь, наводит на ложе незнакомых дам, все ярусы одним узором все видел, лицами, упором ужасно недоволен он. С мужчинами со всех сторон раскулался, потом на сцену в большом рассеянии взглянул, отвратился и зевнул, и молвил: всех пора на смену, полет ты, долго я терпел, но и тепло мне надоел. Еще амуры, черти, змеи на сцене скачут и шумят, еще усталые лакеи на шубах у подъезда спят, еще не перестали топать, сморкаться, кашлять, шикать, хлопать, еще снаружи и внутри везде блистают фонари, еще прозябну бьются кони на скуче пупежью своей, и кучера вокруг огней бронят господ и бьют в ладони. А уж Онегин вышел вон, домой одеться едет он. А вот другой Александр Сергеевич, Грибоедов, тоже большая, интереснейшая личность в культуре Петербурга. Мы знаем, что поразительная эта личность, знал о стольком языков, владел столькими языками, полиглот, словесник, исследователь, дипломат, писатель, то есть перечислить его, сферу приложения его интересов и сил духовных просто практически невозможно. Александр Сергеевич Грибоедов еще был и музыкантом, и писал музыку. И мы знаем, что есть произведения, которая вписалась золотой страницей в музыкальную культуру. Хотя, вот сейчас бы мы сейчас сказали с вами, что это был любитель, это был не профессионал музыкант, не профессионал композитор. Но вот тот дух, та атмосфера, которая возникла вот в этом его произведении, он очень немного написал. Мне кажется, что очень хорошо передает вот настроение, передает облик города, облик музыкальных салонов Петербурга. И мне бы хотелось, чтобы вы послушали это произведение. Я приглашаю на сцену, хочу попросить рабочую сцену приготовить нам немножечко, да, помочь. С арфой, вот этот замечательный инструмент, мы все его очень любим. А кто знает, вот этот инструмент, в каких... Да, арфа, правильно. А в каких оркестрах представлен этот инструмент? Давайте-ка вспомним. В каком оркестре вы слышали и видели этот инструмент? Он солирует очень часто, его звуки слышны.
симфоническом, правильно, кто-то. А что ты хотела сказать? В симфоническом оркестре. А еще в каких оркестрах? В народном, правильно. Оркестре народных инструментов, русских народных инструментов. А еще в каком? Ну, конечно же, в камерных различного состава, да? Оркестрах и ансамблях. И вот этот золотой инструмент, он очень труден во владении, потому что арфистам он доставляет много разных забот и труда. Поскольку, вот вы видите, целая система педалей, вот там внизу, это очень сложная система и требует большого мастерства, потому что когда арфист или арфистка меняет педаль, она не должна быть слышна. А там такие есть лестники и ступенечки, по которым она меняется, эта педаль, так сказать, выставляется на иную высоту. Вот. Это требует полное владение этим инструментом, корпусом своим. Кроме того, вот эти струны. К сожалению, вот эта арфа, она, ну, может быть, я бы так сказала, что она не очень высокого качества. Это услышите, это не вина музыканта, который будет на ней играть. Музыкант все сделал, даже натянул собственные струны, чтобы что-то было похожее на этот инструмент. А струны – это тоже проблема большая в нашем музыкальном мире, потому что это большим трудом достается. И вот, так сказать, здесь, к сожалению, то же самое, что происходит и с роялем. Если вот вы слышали, немножко не очень настроен был инструмент, а ведь он настраивался. В зале холодно, и вот за ночь он успел, к сожалению, струны, они очень реагируют на атмосферу. И вот, значит, надо подстраивать нашему настройщику, надо, видимо, в следующий раз сказать, чтобы перед самым концертом была подстройка. И вот сейчас вот только перед самым выходом арфистка тоже этим занималась, потому что, когда холодно, очень осаживаются струны, очень трудно играть. Ну, и будем надеяться, что инструмент уже подстроен, в порядке. И я прошу на сцену заслуженную артистку Татарстана, лауреата международных конкурсов, выступает Татьяна Выметнина. Итак, мы сейчас будем слушать Александра Сергеевича Грибоедова «Вальс». Фактически это поэма о вальсе, потому что внутри этого вальса несколько вальсов. Вот слушайтесь внимательно в эти звуки. Thank you.
еще одна интереснейшая личность – Александр Глазунов, ученик великого Римского-Корсакова, автор известнейшего балета «Раймонда». Вот что интересно, в 1898 году состоялась премьера балета «Раймонда», поставленного не только вот тогда, в то время, Мариинским театром, но поставленного почти во всех оперных театрах мира. Мы сейчас послушаем танец Раймонды из балета Глазунова «Раймонда». Я попрошу, Ренат, пожалуйста, нейшей личности музыкальной культуры Петербурга, я не оговорилась, действительно великом Николае Андреевиче Римском-Корсакове. А в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова. Традиции семьи, глубокие традиции семьи тянули Николая Андреевича совершенно другую область. Он мог стать морским офицером, ибо это было в семье. Но предпочел музыку. Предпочел музыку, причем даже обучаясь в морском корпусе, совершая кругосветные путешествия, это ему, кстати, очень дало много впечатлений, и проявилось позднее в его произведениях. Ведь композитор, когда он видит действительно творческую личность, если он видит окружающий мир, он ведь видит его совершенно по-своему. И вот все эти путешествия за 3 года Николай Андреевич объездил весь свет, побывал во многих странах мира. И, конечно же, море явилось основой его творчества. Он любил море, он слышал его. То, что он видел, зазвучало потом в звуках, в красках. Море. Море у него прекрасное и в Садко. Море у него прекрасное, отдельная картина даже есть. Море. Как марианист-живописец Айвазовский, так Римский-Корсаков звуками смог выразить всю глубину, всю красоту, ширь необыкновенной вот этой морской стихии моря. А кроме того, конечно,
жанр, которому он отдал всю жизнь. 15 опер разных, совершенно разных жанров, поджанров, потому что опера эпическая, опера сказка, опера былина, опера колядка. Но тут не перечислить, историческая драма. Давайте хоть вспомним какие-то названия опер Римского-Курского. Кто слышал, был в оперном театре. Ну, пожалуйста. Снегурочка. Снегурочка, да, «Весенняя сказка». Иначе он назвал, в скобочках, опер «Весенняя сказка» по мотивам Александра Островского, драматурга. А кто еще назовет? Садко, правильно, опера «Былина». Ты что хотел сказать? Да. Да, сказка о царе Салтане. А, кстати, литературная основа какая? Пушкин. Опять же, Александр Сергеевич Пушкин. Так, а что еще? Золотой петушок, правильно. Еще? Еще кто вспомнит? А? Ну, пожалуйста. Царская невеста, совершенно правильно. Царская невеста, историческая драма. Так, еще, может быть, вспомним? Опера-балет «Млада». Редкий жанр, кстати говоря, опера-балет. Еще? Шахерезада. А? Шахерезада. Нет, Шахерезада – это симфоническая картина. Правильно, ты сказала, это замечательное произведение Николая Андреевича Римского, но написано для симфонического оркестра, для симфонической картины. А оперы еще мы забыли. А гоголевские сюжеты почему-то мы совершенно упустили. А, ну, пожалуйста. Кощей Бессмертный, да, правильно. Как подзаголовок у Римского-Корсакова название «Осенняя сказочка». В отличие от «Снегурочка», «Весенняя сказочка». Вот сам Николай Андреевич так назвал жанр оперы. Да, пожалуйста. А, ну это какой-то опера, наверное. Это правильно, это фрагмент есть. «Полет шмеля», вот это верно. Это из какой оперы? Не уже. Уже если не... Так, а? Ну «Полет шмеля» есть, да, популярная. Сказка. А какая сказка? О царе Салтане. Правильно. А еще мы забыли. Ну, пожалуйста. «Майская ночь». «Майская ночь». Вот, наконец мы вспомнили сюжеты Гоголя. «Майская ночь». Ну, в общем, «Вера Шилога». Здесь очень много-много, так сказать, сюжетов интереснейших. Причем надо отдать должное Николаю Андреевичу его образованности, начитанности, что он сам всегда являлся автором либретто оперы. Это очень сложно написать либретто оперы. Это, так сказать, первая литературная основа. А дальше композитор уже сочиняет оперу. Но вот еще что интересно, что Николай Андреевич является автором огромного числа замечательных романсов. У него 80 романсов. И вот мне очень хочется, чтобы мы сегодня послушали хотя бы, ну, три драгоценные крупицы вот из этого наследия, потому что вот то, что вы сейчас услышите, это будет на стихи, замечательные прежде всего стихи, потому что это стихи Александра Сергеевича Пушкина и Афанасия Фета. Итак, я хочу попросить на сцену заслуженную артистку России, солистку Московской филармонии, Людмилу Белобрагину. Партию фортепиано исполняет концертмейстер Московской государственной филармонии Марианна Шелетаева. Восхитительный романс «Редеет облаков летучая гряда». На стихи Александра Сергеевича Пушкина. Thank you.
А вот еще один романс Римского-Корсакова уже на стихи Афанасия Фета. Этого поэта он очень любил и довольно часто обращался к его поэзии. Тихо вечер догорает. Еще один романс на стихи Афанасия Фета «Шепот, робкое дыхание». Небольшой перерыв, и встретимся и поговорим снова о Николае Андреевиче. Так, устраиваемся, пожалуйста, там наверху, все рассаживаемся, и внимание!
будем продолжать наш разговор о Николае Андреевиче Римском-Корсакове. Кстати говоря, кто знает из вас, чьим именем названа Ленинградская Петербургская консерватория? Чье имя носит консерватория? Кто-нибудь знает, кто-нибудь мне скажет? Ну, пожалуйста. Да, вот именно консерватория Ленинградская, Петербургская, да, носит имя Римского-Корсакова. Но создателем консерватории был кто? Антон Григорьевич Рубинштейн. Совершенно правильно. И произошло это событие. Это событие, великое событие было для культурной жизни Петербурга. Произошло это в 1862 году. Была открыта консерватория. А вот в 1859 году, незадолго до открытия консерватории, еще одно событие произошло в культурной жизни Петербурга. Была открыта Антоном Григорьевичем Рубинштейном, тоже им же, великим пианистом, музыкантом, композитором, великим педагогом, была открыта Русское музыкальное общество, просветительская организация, концерты которого и в концертах которого принимали участие все замечательные русские композиторы. Кроме того, ведь мы же знаем, что Петербург, как музыкальная столица мира, посещали очень многие художники, музыканты разных стран. Вот мы в прошлом году, кто был в наших встречах, помните, мы разговаривали и вспоминали творчество Эдварда Грига. Так вот, Эдвард Грик, великий норвежский композитор, дружба с Петром Ильичем Чайковским, которого давняя дружба, то же самое приезжал в город на Неве. А, кстати говоря, вот город на Неве, когда он был создан? Вот давайте вспомним такую историческую дату. Город возник в каком же веке, в каком же году? Ну, вот много рук. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. 1702 год. Так. А кто же являлся основателем этого города? Тоже великая личность, да? Петр Первый, Петр Великий, совершенно верно. На берегах Невы, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, возник дивной красоты город. И Петр Великий приложил все усилия, чтобы этот город был самым красивым, чтобы проспекты его были широкими, были привлечены силы замечательных градостроителей, архитекторов. И до сих пор Ленинград, Петербург является одним из самых красивейших не только городов России, а и Европы. Потому что действительно город прекрасен. Вот сейчас, кто побывал недавно в Ленинграде, в Петербурге, сейчас вы могли заметить, что как вот и наша Москва преображается, восстанавливаются многие улицы, восстанавливаются улицы с прошлыми названиями. И это прекрасно. Восстанавливается город. И вот Петербург, он знаменит тем еще, что в этом городе, как в Мекке искусства, сконцентрировались все ведущие силы культуры. Ведь здесь работали художники. А вот давайте вспомним, какие художники работали в Петербурге. Художники, живописцы, очень известные. Ну, пожалуйста. Брюлов, Карл Брюлов, совершенно верно. Мы очень хотели с вами сегодня вспомнить творчество Карла Павловича Брюлова, но, к сожалению, наши технические возможности таковы, что вот Дом композиторов не имеет хорошего слайд-аппарата, проектора. Потому что слайды у меня, так сказать, есть, имеются прекрасные его произведения, но
Без техники мы, увы, ничего не можем сделать. Надеюсь, что все-таки дом композитора с течением времени, в ближайшее время, приобретет такую вещь, как слайд-аппарат, потому что вот сейчас бы мы немножко поговорили о творчестве Карла Брюллова, как было запланировано у нас в программках. Если вот вы имеете программки, то вы приобрели, вот там это было. Значит, это великий художник был, замечательный художник русский, который долгое время жил в Италии. У него вот эти картины итальянского цикла замечательные. Но и великий портретист. Мы можем вспомнить портрет, скажем, Ивана Андреевича Крылова, баснописца великого, портрет кисти Брюллова. Мы можем вспомнить другие работы, но вот, к сожалению, без слайда, видите, у нас немножечко ограниченные возможности пока. Надеюсь, что это будет у нас восполнено. В этом же городе было замечательное течение, которое, так сказать, объединение художников, вот, может быть, кто-нибудь вспомнит, как оно называлось, объединявшее прекрасных живописцев. Вот никто не вспомнит. Передвижники, вот передвижники, так же, как еще другое общество, но уже музыкантов. Могучая кучка, вот здесь правильно кто-то подсказывает. А кто входил вот в это объединение замечательных композиторов? Сколько было их? 5, да? Так, Римский-Корсаков. Кто? Стасов, да, совершенно верно. Стасов – это тот человек, который всех объединял. Своим интеллектом, своими зажигательными идеями Стасов. Совершенно верно. А кто же из композиторов еще? Бородин. Бородин, правильно. Пожалуйста. Мусоргский, так. Балакирев Мирий Алексеевич, так. Это душа общества русских композиторов. Балакирев. Еще. Кюи, Цезарь Кюи, Цезарь Антонович Кюи, очень строгий музыкант, который, так сказать, себя критически, у него замечательные статьи о Кии, русской, ну, Римский-Корсаков, как один из апостолов этого общества. Правильно? И? Кто же еще? Бородин был. Вот, пожалуйста, ну. Не, Глинка был немножечко раньше, чуть-чуть. Да, Глинка, правильно, это один из ярчайших фигур, мы все время к нему тоже вернемся. Вот. И, наконец, очень часто приходил в это общество, хотя и никак бы не числился в нем, Петр Ильич Чайковский, ведь он заканчивал именно Петербургскую консерваторию, а потом переехал в Москву уже Петр Ильич Чайковский и, конечно, Глазунов. Вот это объединение, но постоянно все общались, 5 человек. И вот это объединение сыграло колоссальнейшую роль в музыкальной культуре города. И не только города, но и всей российской музыкальной культуре. Мы сейчас будем слушать, а потом еще вспомним некоторые интересные факты. Я бы хотела предложить послушать. Мы бы сейчас как бы совершили маленькое путешествие в мир опер Римского-Корсакова и побывали на сценах Мариинского театра и частной оперы Мамонтова, где были поставлены оперы Римского-Корсакова. Частная передвижная опера, она базировалась в Москве, но очень часто и в стенах Петербурга на оперных сценах выступала. И там были многие оперы, поставленные Николая Андреевича Римского-Корсакова. Сейчас мы будем слушать некоторые фрагменты. И я хочу приглашить на сцену солистку Московской государственной филармонии Татьяну Виноградову. Партию фортепиано исполняет Марианна Шелетаева. Образы, оперные образы Римского-Корсакова, они необыкновенно разнообразны. Вот мы уже с вами говорили, что разнообразные жанры опер у Николая Андреевича Римского-Корсакова. Но вот сейчас
мы будем слушать и вспоминать образ, очень интересный, драматургический образ, необыкновенный центр драматургии оперы «Царская невеста» Любаша. Ариоза Любаши мы послушаем из оперы «Царская невеста». А вот другой образ, образ Кощеевны, образ зла. И дочь Кощеевна, дочь Кощея Бессмертного, сеет вокруг себя своими злыми чарами не добро, а зло. Она погубила уже многих. Очень красивая эта женщина, но очень коварная Кощеевна. Thank you.
Музыкальная речь Николая Андреевича Римского, вы заметили, прислушавшись к первому образу, к первому Любаши и Кощеевна. Это совершенно другой мир. И вы обратили на внимание, что фантастическая роль фортепиано, действительно, вот увеличенные лады, которые применяет Николай Андреевич Римский-Корсаков, расширяет возможности и
голоса. Здесь и низкие очень ноты, и высокие, и вот это вся, весь диапазон необыкновенно требует от исполнителя большого мастерства и напряжения, потому что образ сложный, образ очень драматургически ключевой вот в этой опере. Прекрасно это, конечно. Мастер высокий только может вот так вот создать такой запоминающийся яркий образ. Мы сейчас, конечно, не берем образы другого плана Николая Андреевича, а у него очень много связанных образов с народными действиями, с народными обрядами. Это совершенно другой мир, и это опять совершенно другой язык, драматургический. И вот Николай Андреевич всегда говорил: я прислушивался к голосам природы и народного творчества и брал напетое и подсказанное ими в основу своего творчества. Действительно, может быть, даже ни одного композитора больше нельзя назвать в той степени услышавшего народную природу, как это был Николай Андреевич Римский-Корсаков. Истинно русский композитор. Во всем, что он ни делал, природа мелоса будто, природа инструментария насквозь русская. Но вот и вместе с тем такие образы, так Кощеевна, совершенно другими средствами музыкальными воплощенными. Но, конечно, такой мастер не мог не иметь продолжателей. У него были ученики. Это целая плеяда замечательных мастеров русской музыки. Более 200 учеников, среди которых Глазунов, Спендиаров, Лядов, совершенно разные фигуры, Ипполитов Иванов, Ляпунов, Мисковский, Прокофьев. И один из ярких, тоже очень интересных личностей, Игорь Стравинский. Это все школа Николая Андреевича Римского-Корсакова, проросшая не только на нашей почве, но и проросшие на почве других стран мира. И там осевшие, и там давшие плоды творчества. Семена, которые проросли уже в творчестве композиторов разных стран. Так что это не только национальный гений, национальный художник, а это, можно по праву сказать, школа Римского-Корсакова разошлась по миру и пустила везде проросшие семена. И вот один из замечательных учеников Николая Андреевича Римского-Корсакова, Стравинский, который понес его искусство дальше, развив и создал великолепнейшие образы русской музыки, создав балеты своей «Жар-птица», «Весна священная». Тоже опять же линия продолжения в русских обрядах от Николая Андреевича Римского-Корсакова. Фёдор Игорь Стравинский, его отец Фёдор Стравинский, великий бас на сцене Мариинского театра. Вот такая династия очень интересная музыкантов. И вот сейчас мы послушаем, конечно, мы не имеем возможности вглубь исследовать творчество каждого композитора, потому что Петербург – это целая столица музыкального целого мира огромного. Поэтому мы просто вспоминаем некоторые страницы этой культуры, этого города. И, в частности, творчество Стравинского будет представлено сейчас маленьким произведением, но очень интересным, на стихи Сергея Городецкого, называется «Росянка». Музыка Игоря Федоровича Стравинского. Не сгибы с бёлки серой,
сажено в два года. И на осиновом кову запевает петушок. Ты умеешь играть? Я. Чуть-чуть, да? Ну, пожалуйста, сюда. Так. Ты? Так. Значит, мы будем так, по очереди. Я сейчас тебе покажу строчку, которую ты должна будешь сыграть. Верхнюю. Да? А я с тобой вместе в ансамбле сыграю. А потом ты тогда. Да? Так. Коллективное сочинение трех композиторов, трех соавторов, написавших очень интересное, на мой взгляд, произведение, в котором минимальная роль первой партии и максимальная второй. Минимальная роль остинатного, остинаты – это постоянное, так сказать, нечто постоянное. Вот который будет у нас наши гости. Как тебя зовут? Катя. Катя. Вот которую будет изображать у нас Катя. Значит, и максимальная в моей партии будет. А авторы следующие. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Анатолий Константинович Лядов. И Цезарь Антонович Киев. Очень большой цикл, много вариаций. А мы вам покажем маленькие фрагменты, да? Сейчас. Катя, ты готова? Да. Thank you.
узнал облик композитора. Потому что, скажем, медленно, если помните, медленная вариация, уж, конечно, бы кто написал медленную вариацию, была намеренная вариация. По облику музыки. Композитор, который любил богатырские образы, который писал «Волшебное озеро». Композитор, который писал русские песни. А? Кто из трех? Кюи, Лядов или Римский-Корсаков написал бы медленную вариацию? Правильно, вот там голоса я слышу. Кто? Лядов. Без сомнения. Без сомнения, это был бы Анатолий Константинович Лядов. Это интересно. Ну, это была музыкальная шутка у нас. А сейчас мы снова в мире музыки Николая Андреевича Римского-Корсакова. Я хочу пригласить на сцену заслуженного артиста России, солиста Московской государственной филармонии Виктора Параскеву. А партия фортепиано опять Марьяна Шелетаева. Она у нас сегодня наши гости на сцене все время. И будем мы слушать еще один интересный образ оперный. Но прежде мы послушаем романс на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Нахома Грузии». А вот еще один оперный герой Николая Андреевича Римского-Корсакова. Варяжский гость из оперы «Былины Садко». Вообще ведь музыка Римского-Корсакова необыкновенно в хорошем смысле живописна. В хорошем смысле, потому что это не просто иллюстративная музыка, а она как бы красками рисует состояние, образ. И вот недаром же очень многие художники рисовали музыку, как бы рисовали в своих картинах образы Римского-Корсакова. И Головин, и, конечно, Врубель. Мы можем вспомнить его картины по произведениям Николая Андреевича Римского-Корсакова. И Коровин. Тут целая плеяда замечательных художников. И Серов. Валентин Серов и Рерих,
Так что вот недаром эти образы, они родили сотворчество художника в их картинах. Итак, варяжский гость по берегу линии Садко. Основателя, стоящего во главе всей русской музыки, культуры, великого петербуржца Михаила Ивановича Глинки. Не можем не вспомнить, потому как своим творчеством он заложил основу всей музыкальной культуры. Его замечательная опера «Руслан и Людмила» явилась настоящим открытием, настоящим новаторским произведением. Мы сейчас в заключение нашей встречи послушаем великолепнейшую сцену из оперы «Руслан и Людмила». Сцена Фарлафа и Наины. Два очень интересных образа в основе. Я хочу пригласить на сцену Наина Татьяна Виноградова, Фарлаф Виктор Параскева. Thank you.
партия оркестра Марианна Шулетаева. Совершить столь славный путь.
Вечно за теми крутёт далеко, отдохните, напрасно ты ищешь его. На неё не допустит волшебница, на тебе любима, напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердца напрасно ты ждёшь. Не помни ни слёзы, ни что, ни кого не смирись, не прекрасен на имя гнезда. Влюбись на кусях, на заклава его, не напишись, за теми крутёт далеко, отдохните, напрасно ты ищешь его. На неё не допустит волшебница, на тебя. А музыка настоящая, вечная. Вот это правильно сказано.